9 годин ранницы до початку урочистого приема областного объединения профсоюза 3 годины. Загадчик вытворчества столовой 49-й Гомельской средней школы Наталья Тимошкова еще находится на своем працовном месте. Работы соправды шмат. Сегодня для наученцев необходимо подрыхтовать больше 1000 порций разностайных страв. Неколи Наталья Тимошкова починала свою працовную деятельность кухаром на сучасной посаде больше 10 годов. Кажа, что свою профессию любит, тем больше, что она допомагает и у хатних справах. Дома женщину чекают бодай самые великие прихильники ее кулинарных талентов – муж и 18-годовый сын. Сын у меня постоянно заказывает макароны по-флотски или солянку, мясную сборную. Мне больше всего нравятся разнообразные запеканки – картофельные, овощные, рыбные, пироги люблю выпекать. Вот, ну, больше всего нравится выпечкой заниматься. Но вот не глядячи на удел в урочистостях, этот день для Натальи Тимошковой выходным все ж таки не стал. После завершения свята придется вернуться на працу. Приготовление ежи для школьников проходит на протягу усяго дня. Але покуль наперди несколько годин приемных ураживаний. Тем больше, что организаторы подрыхтовали для удельниц шмат сюрпризов, начинаючи от майстер-класса по макияжу до презентации ювелирных и кондитерских выработок. Тут соправды было не только на что поглядеть, але и чем почастоваться. Бесплатная дегустация тортов и пирожных для удельниц урочистого сходу, это бодай головная спокуса. Бо у женщины, как я думаю, одночасово смыкаются два ожидания – похудеть и съесть тортик. Непосредственно урочистый прием областного объединения профсоюзов на этот раз проходит у культурно-спортивном комплексе Гомельского отделения белорусской чыгунки у импровизованной зале тея, кого официально называют профсоюзным активом. Гэтые прыгожие женщины не только хлопотятся об своих семьях. Подчас урочистости у гоноровую грамоту областного объединения сярод инших отрымливая и оператор котельни житковицкого коммунальника. Дякуючи таким женщинам, у домах горожан завсёды тепло и утульно. Наша работа заключается, чтобы принести уют и тепло в каждый дом. Мы отопительная система и горячее водоснабжение. Бывают ситуации разные, тяжеловато, но как бы уже привыкли столько лет на предприятии, поэтому работаем как все. Подарунки, кветки и музыка. Сегодня это все для их, каханых и поважанных, громадянок, мати и захованниц семейных каштовностей. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».